Ровно 84 года назад, 28 июня 1940 года, Красная Армия без единого выстрела ступила на территорию Бессарабии Северной Буковины. Эта дата вошла в историю нашей страны как день освобождения от румынской оккупации и стала одной из основных в процессе восстановления молдавской государственности, утраченной в 1918 году с вхождением Молдавской Демократической Республики в Королевство Румыния и последующей ликвидации Молдавской Демократической Республики. По случаю этой даты активисты Блока Победы провели акцию протеста у посольства Румынии с требованием уважать независимость и суверенитет Республики Молдова. Сегодня, 28 июня, очень важный день. Мы прекрасно помним, что период румынской оккупации Молдовы – это черная страница в истории нашей страны. И мы хотим напомнить Румынии, что мы суверенная и независимая страна. Мы хотим поддерживать добрососедские отношения с Румынией, отношения двух независимых государств. И мы не хотим, чтобы Румыния как-то влияла на демократические процессы в нашей стране. Инфлюенционизе тоти прочесили демократии, чекари мной, как оппозиция, инчеркам и часть конструим. Участники митинга напомнили, что во время оккупации поднималось несколько восстаний местными жителями, которые влекли за собой жестокие последствия. Например, в Хатинском восстании были убиты свыше 11 тысяч человек. Активисты рассказали, что эта дата – напоминание о том, как важно чтить историю и подвиг тех, кто боролся за свободу нашей страны. По их словам, благодаря их усилиям мы живем в мирное время и имеем возможность строить будущее для наших детей и внуков. Мы хотим, чтобы Молдова оставалась независимой. Мы будем жить со всеми, и с румынами, и с русскими, со всеми, но Молдова останется Молдовой. Мы молдаванами и останемся. Мы не хотим объединяться ни с Европейским Союзом, ни с Румынией. Мы независимая Молдова. Все, и точка на этом. Эти времена принято считать как черные истории Молдовы. В эти годы погибло свыше 500 000 наших предков, бессарабцев, чью память сегодня мы пришли почтить. Ну, в первую очередь, такие знаменательные даты вообще, в принципе, в нашей истории, мы должны их не просто как-то вот митингами, да, озвучивать, мы должны их вносить в красные дни календаря. Потому что историю сейчас очень сильно пытаются переписать. Наше правительство пытается эти факты, да, страшные, скрыть от народа. Пытаются сделать таким образом, чтобы наши граждане забыли о том, кто мы такие на самом деле. Что мы молдаване, что мы абсолютно полностью другой национальности, нежели румыны. Что мы идентичны по-своему, что у нас, опять же повторюсь, своя история, свои традиции, своя культура. Напомним, что 28 июня 1940 года в результате ультиматума, выдвинутого Советским Союзом румынской стороне, территория Бессарабии, оккупированная Румынией с 1918 года, была полностью освобождена.